Чудесный и красивый праздник дети встречают под современные молодежные хиты вместе с клоунами, читающими рэп. В канун Нового года в социально-реабилитационном центре «Причал Надежды» устроили шоу. Среди гостей ребята, проживающие в центре, и семьи, находящиеся под присмотром сотрудников. Организаторы представления – региональная ячейка Союза женщин России. В этом году Союз женщин России, в общем-то, получил новый статус. Если раньше это была просто общественная организация, то в настоящее время это общественно-государственная организация. Правовой статус изменился. Поэтому в настоящий момент мы, скажем так, проводим очень серьезную работу по реорганизации. В региональном союзе состоит почти 2500 женщин с активной жизненной позицией. Череда новогодних шоу для детей – первый опыт организации и кажется успешной. Представительницы прекрасного пола уже успели обрадовать детишек из Новоспасского района и Новоульяновска. Для них они привезли спектакль «Морозко» в постановке Ульяновского кукольного театра. Для «Причала надежды», куда также приехали дети из Барышского социально-реабилитационного центра «Планета детства», подготовили праздничное представление под названием «Новогодний рататуй». Твое желание на Новый год сбывалось? Да. А что ты больше всего желала и что у тебя сбылось? Чтобы я была счастлива. Считаешь себя счастливым? Да. А как тебе представление сегодняшнее? Все нравится? Что больше всего понравилось? Мне понравилось танцевать. Дети повторяли движения за пользователями популярного приложения TikTok, пели песни, отгадывали загадки, резвились с аниматорами и даже успели выучить несколько итальянских слов. Новый год – это для меня, значит, все. Ну что конкретно? Как ты его обычно встречаешь? Я встречаю его обычно. Мы там садимся с родными за столом, празднуем. А какое твое самое любимое новогоднее блюдо? Это, в принципе, все. Ну, Новый год, ну, это когда обиды там все старые остаются старым, а новые встречаешь. А как ты обычно встречаешь Новый год? Дома с родителями. Новый год – это для меня праздник, счастье для родителей и новые подарки. А что бы ты хотел получить на Новый год? Колонку, микрофон. А что бы ты мог пожелать всем людям на планете в Новый год? Здоровья, мир в мире, здоровья, счастья и любви. Для ребят также подготовили мастер-класс по аквагриму. Ну и, конечно, не обошлось без сладких подарков и главных сказочных героев. Ребята, а вам не кажется, что охоты не хватает? Рената Алиулова, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.